Дамы и господа, всем привет! Давненько компания Maxi Cosi не радовала нас никакими особо интересными новинками. Да и в принципе новинками не часто нас радует. Да потому что в принципе у них долгоиграющая продукция, они сразу делают хорошо. Но 2-3 категории, давненько ничего не менялось. И вот, пожалуйста, новиночка. Кресло категории 2-3. Оно называется Core iSize. Это кресло уже соответствует новому стандарту iSize. Соответственно, уровень безопасности здесь ощутимо выше. И, соответственно, ребенка доверять ему можно. Ну и, соответственно, сегодня с вами его разберем, что оно из себя представляет, какие мои ощущения, что здесь за ткани, как пристегивается ребенок, как крепится оно. Ну и все остальное, в принципе, мое мнение. Что такое категория 2-3? Это кресло от 100 сантиметров до 150 сантиметров. Новый стандарт iSize по большому счету не подразумевает, уже не берет в счет вес ребенка. Здесь самый важный момент — это 100 сантиметров. Ребенок может быть там и 16-17 килограмм, и при 90 сантиметрах роста весить. Поэтому 100 сантиметров до 150 – это кресло. Соответственно, в кресле вы уже здесь не видите пятиточных ремней. Ребенок здесь пристегивается взрослым ремнем. Давайте, в принципе, сразу и это посмотрим. Во всех креслах 2-3 категории, чтобы ремень правильно проводился, сзади, вот отсюда, давайте я вам покажу. Видите, вот специальный направляющий для ремня. Вот он. Сюда проводим ремень, чтобы он был в ТТП в нужном месте и был зафиксирован и не сдвигался к горлу. Это крайне важный момент. Соответственно, проводим ремень. Вот здесь я его провожу со своей стороны. Пропускаем. Уже сидит ребенок, естественно. Давай ремешок. И опускаем сюда и застегиваем. Соответственно, ситуация полностью как взрослого человека. Мы пристегнули себя ремнем. Здесь происходит то же самое, только ребенок находится в защитном каркасе. Соответственно, особенно при боковых ДТП, ребенок хорошо защищен специальными технологиями. Вот, собственно, вот так пристегивается ребенок. Ничего здесь сложного нет. Кресло, кстати, система Isofix. Но если вдруг у вас нет Isofix, я его сейчас чуть позже покажу, вы не переживайте. Просто ставите кресло, посадите ребенка и пристегивайте. Можно смело пристегивать без Isofix. Isofix — это дополнительное крепление в 2-3 категории, не основное. Поэтому думать, что инерция, кресло там, летит за ребенком, вот фантазировать не нужно. Многие в комментариях пишут, что как же не пристегнутое кресло. Это все работает так, поэтому не фантазируйте. Собственно, как пристегнуть ребеночка, мы рассмотрели. Теперь давайте посмотрим, как пристегивается кресло на Isofix, если у вас есть в машине Isofix. Здесь очень удобный Isofix, он высовывается каждый отдельно. Не нужно одновременно оба. Соответственно, высунули, пристегнули и, соответственно, пользуемся. Можно задвинуть его до конца и, соответственно, прижать его поближе. Что касается наклона, у нас здесь свободный ход спинки. Именно хорошо, четко прогнозируемый наклон. Потому что иногда свободный ход такой какой-то, кажется, что можно его совсем наизнанку пустить. Здесь же нет, здесь четкие границы ощущаются в регулировке. Вот сидим, вот мы наклонились. В 2-3 категории нет лежачих положений, поэтому в дальней дороге, естественно, ребенку будет хуже, как он раньше ездил вот с маленьким кресле с пятиточными ремнями, где можно чуть больше наклонить. Ребенок вырос, уже такого, к сожалению, нет. И нельзя наклонять по той причине, что ремень сдвинется к горлу, если вы дальше, чем нужно, попытаетесь это сделать. Поэтому есть ограничения в наклоне вот в этой группе. Соответственно, по комфорту вот ситуация такая. Наклон, в принципе, приличный, достаточно. Дальней дороге вот такой вы будете иметь наклон. Соответственно, что касается материалов. Maxi Cosi всегда хорошие материалы. Здесь все мягенько, причем оно очень мягкое кресло. Тут вообще претензий нету. И боковинки мягкие, сиденье мягкое.
все четенько. Спинка тоже мягкая. Но самый классный материал используется всегда в подголовнике. Там, где лицо ребенка, здесь ткань просто обалденная. Если бы они это все сделали таким материалом, вообще цены не было. Вот, соответственно, ткани гипоаллергенные, все нормально. Их можно снять, постирать при температуре до 30 градусов. Быструю стирочку кинули, все, постирали, одели. Если будет выше, он может сесть, и вы его обратно не оденете. Соответственно, подголовник у нас растет вверх, и при этом раздвигается сразу и поднимается и каркас. Если обратите внимание, вот я опустил, оно сразу сужается. По мере роста ребенка оно расширяется. И фирменная такая фишечка Maxicosi и в другой модели предыдущей, которую еще сейчас тоже можно купить, это тоже было. То бишь, вот боковые части, они гибкие. Не надо думать, что они хлипкие, что это отвалится. Нет, ничего не отвалится, все рассчитано. Соответственно, ребенок садится, оно может еще чуть-чуть под весом ребенка раздвинуться и будет ребенку, ну, мало ли, широкоплечий, богатырь, ну, бывает. Соответственно, будет комфортно сидеть. Опускаем. Соответственно, оно у нас опускается. Вот, чтобы здесь, многие спрашивают, можно ли сделать из кресла бустер. Технически, практически в любом кресле можно там его разобрать, открутить, что-то надломить и снять эту спинку. Но этого делать не стоит. Бустер, по большому счету, никакой вообще вот смысл не имеет, потому что он никак не создает каркас для ребенка, чтобы он вас как-то там, ну, ребенка, точнее говоря, защищал в ДТП. Особенно при боковом бустер ноль полный вообще. Его задача просто приподнять ребенка, чтобы вы могли пораньше пристегнуть взрослым ремнем, чтобы он на горле прям явно не был. Поэтому бустер нет. Вот так, как есть, так вы ездите. Оно для этого растет вверх и расширяется. В общем, все. В этот момент мы с вами вроде как уяснили, чтобы эту тему не поднимать. Соответственно, по безопасности, как я уже сказал, ребенка смело доверяем. По комфорту, я уже вам говорю свое мнение, по комфорту мне нравится. По большому счету, много хороших конкурентов у него, но чтобы вот так вот вольготно, вальяжно, просторно можно было сесть, далеко не во всех креслах можно так сидеть. Maxicosi с этим всегда в порядке. По комфорту 5 баллов в этом категории могу смело поставить. Ткани всегда у Maxicosi хорошие. Ликвидно. Ну вот, машину продали, еще что-то. Кресло больше не надо. На вторичке очень ликвидная позиция. Очень большим спросом пользуется. Очень качественная. Ткани всегда долгоиграющие. В общем, к качеству тоже претензий нет. В общем, по большому счету, мое мнение вам ясно, добавить мне больше нечего. Напомню, купить это кресло вы можете в мире автокресел, где же еще покупать автокресло для детей. Естественно, здесь вы можете по ссылке внизу в описании пройти, если в обзоре оно вам понравилось, заказать. Можете два кресла заказать, вам привезут два штуки на выбор, и вы уже посмотрите дома, какой больше нравится, его и будете покупать. Соответственно, я думаю, что оно вам точно понравится, если вы его будете смотреть и выбор на нем остановите железно. Вот, собственно, миру автокресел, естественно, большое спасибо за предоставленный Maxicosi Core iSize на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка и всего доброго вам. До свидания.